помыл, сделал, почистил, где надо маленькие ржавчины нашел, почистил, размазал антикором. Мобиль. Решил, что сделать. Полик я помыл. Единственное, у них что под поликами, ничего, никакой шумки нет. Хотя машина не особо не шумит, у них как бы металл хороший, шум не пропадет. Но я решил здесь покрыть одним слоем материал, она как называется, забыл уже, она под ламинат. Когда дома ложил ламинат, под ней стоит такая пузырчатая клеенка, как это называется, специальная прокладка бывает пузырчатая. И вот я ее сейчас сегодня куплю и постелю ее, закрою полностью. Она дополнительную шумку даст. Полик я помыл, намного чистый уже. Вот, намного чистый, почти, ну, не так сильно побелел, но намного приятнее уже будет садиться в салон. Единственное, вот здесь чуть-чуть, видимо, краску обольет, краску не смогу, а так полностью чистая. Снизу и все, помыл, никаких запахов, ничего. Я его мыл порошком, немного добавил жидкого хлорки, чтобы микробов поубивать и запах устранить. Как видите, снизу шумка небольшая, у него небольшие прослойки. Я ее полностью покрою снизу материалом этим подпаркетным. Забыл, честно, как называется. Сейчас я его куплю и поставлю. Покажу. Вот взял материал. Ну, попало с фольгой еще лучше. Сейчас постелим его. И стыки буду склеивать вот этим герленом. Он недорогой, 50-70 стоит. Купил 1,5 метра, он как раз хватит. Стыки именно когда вырежу фон, где будут куски, куски засуну сюда, и стыки буду заклеивать именно этим герленом. Чтобы получилось полностью как ванна. Лак как бы закрытый полностью, как лодочка получится. Нигде не будет пустых мест. Ну, сейчас покажу, что получилось. Вот в итоге собрал, наклеил, как бы накидал. Вроде неплохо. Осталось сейчас поставим полик. Шума процентов на 30, минимум 30-40, меньше будет. Хотя его машина особо не шумит, лишнее не помешает, думаю. Лишняя шумка, будет тепло, зимой прохладно. Тепло и прохладно будет лежать нормально. Это самый бюджетный вариант шумки, чем покупать СТФ и всякую ерунду.